Работа по развитию нового вида борьбы в Сочи будет проходить совместно с Департаментом физической культуры и спорта и сочинской городской организацией «Динамо». Уже в ближайшее время состоится набор в детские, взрослые и ветеранские группы спортивного единоборства. Краснодарская краевая федерация джиу-джитсу является единственной спортивной организацией, аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации на право проведения официальных соревнований и проведения непосредственно тренировочного процесса. За голову под себя перешагивай! Термин «джиу-джитсу» появился в Японии в 16 веке как общее название всех видов рукопашного боя без оружия и в дословном переводе означает «мягкое искусство». Однако широкое распространение в западном мире джиу-джитсу получило только с 50-х годов. Сегодня число приверженцев джиу-джитсу достаточно велико. Особенностью этой борьбы является бросковая техника и силовое воздействие на суставы, и джиу-джитсу, и ударная техника. Мы начинаем развивать в городе Сочи джиу-джитсу. Надеемся, наши спортсмены будут достойно выступать на соревнованиях краевого уровня, федерального, а также на финалах России. И надеемся, что также они будут входить в состав сборной России по джиу-джитсу и представлять наш город на международном уровне. Джиу-джитсу является неотъемлемой частью специальной физической подготовки сотрудников МВД и ведомств Федеральной службы судебных приставов. Будучи официально признанным видом спорта, джиу-джитсу в России начал развиваться в 2003 году, и уже на следующий год спортсмены сборной команды России сразились на чемпионате мира, заняв места на пьедестале. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.